Всем привет, с вами Игорь. Сегодня хочу рассказать о своей системе торможения на ветряке, о своем ВРШ. Ну, сразу скажу, это не я придумал, это я высмотрел в умных советских книжках, еще старых, послевоенных, или может быть даже довоенных, я уже и не помню, но старые такие книжки. Там эта система освещается, показывается. Там вообще советую, кто начинает делать ветряк, самодельщикам, начать вот именно с изучения вот этой литературы советской. Она хоть и старая, но все равно она актуальная. Все эти принципы рабочие, расчеты рабочие. В принципе, ничего не поменялось. Вот, там много таких интересных конструктивных решений по самодельных ветряках, советов, какие там узлы можно использовать, там, например, автомобильные, каких-то механизмов в своих ветряках. Ну, лучше их использовать готовые, чем самому выдумывать вот эти вот держатели подшипников. Ну, я этого не понимаю. Вот. И там же вот эта система, там их вообще очень много, этих систем. Для маленьких ветряков там вот этот эклипс, уход от ветра, смещенная ось, боковая лопата. Для больших ветряков уже разные разновидности ВРШ. И вот эта вот разновидность мне понравилась, которую я у себя на ветряке и реализовал. Вся эта система ВРШ моя, ну не моя, вот эта вот, которую, ну я ее просто, я ее взял с книжки, но сам ее упростил немного. Еще проще сделал. Потому что там она немного сложная, там передачи, вот эти рычажки были. Вот, я это все убрал и сделал еще проще. То есть вся моя система, или не моя, принцип весь основанный вот на вот этом. Одна трубка, обычная труба, и еще одна труба. Кстати, даже и бесшовная. Я ее только что, эти две трубы у себя там на металлоломе нашел, чтобы показать. Вот. И она еще так, вот видите, да, довольно плотно она сюда находит. Плотнее уже и не надо. И у нее еще интересно, нет шва. Я даже и сам удивился, откуда у меня бесшовная труба. Вроде бы ее не было бесшовной. Вот. Хотя я делал шовные. Вот. Единственное, что... Поэтому, я говорю, надо подобрать только, ну, вот это может быть прут. Вот этот может быть прут, не обязательно труба. У меня в центре ветроколеса стоит не труба, а прут. Ну, просто прут тяжелее. В крыльях лучше трубки тонкие, желательно, чтобы они полегче были. А в середине ветроколеса там, ну, я сейчас покажу. Даже если у вас, ну, вот в этой трубе, если будет шов, ничего страшного. Этот шов нам внутри, он не мешает. Мешает шов вот в этой трубе. Если в этой трубе у вас будет шов, вам надо будет этот шов убрать. Как его убрать? Ну, у меня были шовные трубы. Убираем, берем болгарку, размечаем, смотрим, где у нас шов, размечаем и прорезаем прямо по шву болгаркой. Где у нас тут шов, прямо напротив шва прорезаем, таким образом мы удаляем шов. Потому что напильником вы ее будете чухрать долго и нудно, и вряд ли вы ее счухраете. А так болгарочкой прорезали. О, и еще, даже если вы не подберете такую трубу, вот эту вот наружную, чтобы она была идеально подходила на эту, и так вот, как вот у меня, да, попалась вот такие. Хотя, в принципе, это несложно подобрать, но, тем не менее, если не подберете, не найдете, то, когда вы прорежете вот этот шов, у вас будет возможность ее сделать, диаметр этой трубы, больше или меньше. Если он у вас меньше, вот эта труба, вы ее уже с прорезанной сможете набить на вот эту. Потом молоточком по ней стукаете, обстукиваете, обстукиваете. Металл поддается, он и хорошо ложится, и она у вас будет ерзать. Ну, просто немного шире станет шов. Потом ее можно в двух местах заварить, это не проблема. Если... же это больше труба, делаете просто шов шире, и так же самое его обстукиваете, стягиваете как-нибудь там, или можно сваркой даже стянуть, сварка она стягивает, вот, по шву там приварили, ну, уже немного стянет, ну, короче, это несложно его подогнать.
Вот, вот это вот весь принцип. Ну, сейчас я еще покажу. Я нарисовал вот здесь вот, как это все работает. Принцип очень прост, как это все работает. Итак, вот у нас крыло. Вот сейчас мы как бы смотрим, находимся в плоскости вращения ветроколеса. О, в плоскости вращения. Вот у нас центр, горизонтальная ось вращения. Это как бы ее продолжение. Здесь у нас вот эта вот тоньшая трубка. Трубка или пруток. Вот это вот на ней коротенькая ползает более толстая. Она ползает вверх-вниз. Пружина сверху держит вот этот вот ползуночек. О. Пружина. К этому ползунку приварены болтики. Вот один в одну сторону торчит, другую на второе крыло. Ну, так же самое на третью. Я на примере одного крыла показываю, потому что все остальные крылья, они будут так же само работать. Принцип тот же самый. Вот. В этот болтик у меня просверлено отверстие и просунутый тросик. И барашком, там есть такие гаечки с барашками, я думаю, знаете, затянутый, прижатый тросик к самому шляпке болта. Можно через шайбу. Тросик у нас идет вот так вот. И вот здесь у меня стоит подшипник, ролик, как бы такой. Ролик внутри с подшипником. Потому что вот здесь вот получается для троса, у нас изгиб троса. И вот здесь он может переламываться. Вот этот угол надо желательно делать как можно меньше. Вот этот вот. Если получается, лучше даже вообще без него, чтобы он напрямую шел, этот трос, вот сюда вот. Если так у вас получается. У меня так не получалось. Потому что у меня вот здесь вот торчит ступица. У меня вот этот все на базе УАЗовского моста, это колесо. Тут у меня торчит ступица. Вот, и у меня не получается ее сделать напрямую. Вот, через этот ролик у нас идет тросик. Там тросик большой не надо, там 2 мм, по-моему, у меня. И желательно мягкие тросики подбирать, такие многожильные, чтобы он здесь не переламывался. Заходит в трубу, крылья у меня, скелет это труба, потом варена меньшая труба, еще меньшая труба, еще меньшая, там с трех кусков у меня трубы уварены. Вот, потом металлические нервюры. И обтянуто обцинковкой крыло. Это у меня видео, там как крыло есть, у меня видео устройства аэродинамического тормоза. Я вот эту вот систему там показываю, как она есть на ветряке. Вот этот вот узел. Вот этот я там не показываю, там я туда подлезть не могу. Тросик у нас, короче, пошел в трубу. Вот он прошел через всю трубу. И вот здесь вот с торца я привязал, тоже не привязал, а так же само болтик с отверстием в резьбе. Сквозным просовывается туда тросик и зажимается гаечкой, чтобы этот уже упор был. То есть ну, этот болтик уперся сюда, в эту часть. Так же само система работает, вот здесь вот ползает вот эта часть крыла, она под действием центробежной силы оттягивается и ползает по вот этой, тут выходит труба цельная, вот она цельная вышла, а вот эта часть, она ползает по этой части. Так же само принцип, как вот это вот ползает по вот этому вот прутку или трубе. Но здесь у нас она ползает прямо, без всяких проворотов, тут же надо делать с проворотом. Для этого делается вот такая прорезь, вот там под 45 градусов или даже лучше еще меньший угол сделать, чтобы оно плавно как бы ходило. И когда центробежная сила пересиливает вот эту пружину, это вы регулируете вот этой вот пружиной, вот эта часть отползает дальше с проворотом. Вот видим, да? Вот сейчас мы смотрим в лоб крыла как бы, в лоб его. А сейчас вот крыло провернулось, вот этот кусочек, тут его много не надо, достаточно даже для большого ветряка, такого как у меня, 30-35 сантиметров вот этой вот части, чтобы оно уже тормозило. Так как у нас это крайняя часть, то она довольно эффективно тормозит. Все, оно провернулось и стало в поперек ветра, и ветряк начинает скидывать обороты. Он уже не может разогнаться до тех оборотов,
которые вы не хотите, чтобы он разогнался. Вот такая вот система. Если сделать, чтобы все крыло, то есть цельное крыло, и оно полностью проворачивается, ну представьте, вот у меня ветряк 5,6 метра, это какой вес крыла, какая вот здесь вот должна быть пружина, чтобы вот это вот все удержать. Вот эта пружина. Тут даже при вот такой системе у меня вот эти вот краечки, они всего-то там грамм по 400, ну 500 даже и нету. О, наверное, полкилограмма даже и нет вот этих краев. Ну, может и есть, да не, наверное, и нет. И то, вот этой пружины, ну, у меня здесь пружина стоит, я их на базаре нашел от дверей. Те, что двери закрывают. Вот такие слабенькие пружинки. Но вот этой уже одной не хватило. Даже я такую жесткую подобрал. Самую жесткую, что было. И поэтому я еще вот здесь сбоку добавлял еще две пружины. Прямо вот на эти болтики надевал. И тут у меня есть крепление. Вот тут по бокам пришлось добавить. У меня в видео там видно. Эти еще две пружины пришлось добавлять. Вот. И вполне это рабочая система. Я же говорю... Простая, никаких токарных работ здесь не надо, просто подобрать две трубки, все оно прекрасно работает, тормозит. Ну, единственное, что вот смазка, трущиеся детали, это вот здесь вот трущиеся части и вот здесь трущаяся часть. Но если вот эту часть у меня не закрыта, правда, кокелем, колпаком, то смазка тут бы сохранялась бы дольше. А так у меня солнце и дождь ее палит, смывает. А здесь оно внутри крыла закрыто, тут мазать надо реже. А вот здесь, вот, конечно, чаще надо мазать. Здесь никак не дойдут руки до этого кокеля. Вот такая вот система. Тут то же самое на второе крыло и на третье. Это принцип тот же самый. Вот, вот такая вот простая система. Довольно эффективная, еще же говорю. Ну, для самодельщика, по-моему, самое то. Не знаю, как такую систему реализовать на пластиковых крыльях, композитных. Можно будет ли это? Ну, я думаю, что можно. Я видел ветряк даже 600-киловаттный в интернете. Вот с такой системой именно проворота края крыла. Но там, правда, край крыла проворачивает не центробежная сила и пружина, ну, 600-киловаттный ветряк, а там сервомоторы, они там следят за ветром, как они останавливают, там, в случае, ну, там целый компьютер. Но принцип тот же самый, проворачивается только часть крыла, ну, 600-киловаттный ветряк, там, правда, тоже, это последняя часть крыла, там она, наверное, метра полтора-два. Вот, это вполне рабочеспособная, я же говорю, система. Раньше у меня на 8-киловаттном ветряке была вот такая вот ляпухи торможения. Вот такой вот. Здесь вот еще отпечаток, видите, торец крыла. Вот, последняя часть, вот этот край. Сюда заходил тросик, он держал вот эту вот жабку. Здесь упор, петля и упор. Вот так вот оно отгибалось. Вот так оно работало, так и шло крыло. Вот. И когда центробежная сила, там оборот, и она вот сюда отходила, упиралась в это, и вот этой частью оно воздушный поток тормозило. Тоже, между прочим, рабочеспособная такая схема. Оно работало, но это фанера. И я заметил с практики, что ветер, поток, он идет не так, вот так вот как бы, а он еще и немного от крыла отбивается и сюда вот как бы давит. Он давит все-таки в эту часть, даже если она закрытая. То есть он не так параллельно идет. Он все-таки... То есть вот эта часть, она даже в закрытом состоянии тормозила. Это не есть хорошо. Я это потом заметил со временем и решил поменять вот на такое ВРШ. Вот такое тут ВРШ. Мне нравится, оно вполне, я же говорю, рабочеспособное, простое для исполнения, для самодельщика. Это самое то, я считаю. Кому-то может подойдет и будет полезно. Вот, ну вроде все сказал, что хотел. Если у кого-то какие-то вопросы возникнут, что-то может забыл сказать по этой системе. Вот, ну, для изготовления тут надо болгарка, сварочный аппарат и дрель. Все. Больше ничего, никаких токарных работ там не надо. Ну и тросик, болтики, две трубочки вот такие, чтобы они ходили по одна по одной подобрать.
Все, все VR-ша. Просто, эффективно и рабоче. Ну вот и все. Если какие-то вопросы, я же говорю, пишите. Все, всем пока. До следующего видео.